Всем привет, уважаемые подписчики, зрители канала, с вами Титан. Продолжаем играть в замечательную стратегию от фирмы Paradox Stellaris. Что ж, продолжим. Продолжим играть за нашу империю ситхов. Так, на чем мы остановились? Остановились на том, что я неправильно назначил генерала за место оборонительного, ну, для обороны, да, назначил, можно сказать так, генерала, который, у которого навыки для нападения. Ну да ладно. Думаю, это не сильно страшно. Давайте продолжим, что у нас. Так, у нас вот этот вот изучает, да, правильно? Изучает строительный кораблик. Я его хотел отправить строиться. Где он, строительный кораблик? Вот он. Может, здесь вот переместиться сюда. Переместись сюда. Сейчас посмотрим. А, не-не-не, стоп. Подожди. Переместиться сюда. Отбой. Здесь 4 минерала. Или я хотел подождать? Ну, мы сейчас переместимся. Посмотрим, где больше всего будет минералов. А призыв в армию завершен на планете Мингард. Призыв в армию завершен. Хм. Оповещение. В первый раз появился... А... A triumph. А, подожди. Подожди. What a time to be alive, or in my case, powered on. Что-то мне кажется, он громко говорит, нет? Ладно, космические амебы. Амебы, существа поспешно на... Ну, амебы. Особый проект запустить. Создает особый проект. Ну ладно, давайте. Situation log updated. Да понятно. Я хотел посмотреть, а что значит призыв? Ну, призыв завершен. А где мне посмотреть? Где, наверное, армия, да? Оборонительная армия, Армия. Понял. Просто прошло, скажем так, много времени с последней серии, поэтому я вспоминаю, что делал. Вот, все понял. У нас оборонительная армия. Еще оборонительная армия. Так, плюс 5, плюс 85. Как-то... А, у нас две оборонительные армии. А зачем у нас две оборонительные армии? Ну да ладно, я уже не помню. Ну, две, но лучше... чем одна. Логично. Две армии лучше, чем одна. Ладно, пусть там что-то оборонительное сделалось, и ладно. Так, здесь вот у нас будет добыча энергии. Что же нам надо? Больше энергии или больше минералов? Не знаю я. Призыв в армию завершен. Так я уже посмотрел, что там. Я уже посмотрел, что призыв в армию завершен. Так. О, это вот еще. О, кстати, а где? А, здесь Титан, кстати, это я. Какой я кругленький. Строительство завершено. Что-то там устроил, ну ладно.
Да, вот замерзшими. Какой я замерзший? А я такой замерзший, как мир на Мидгарде. Что-то я такой. Что-то такое сказал, непонятно. А что у нас за строительство? Затем. А, вот, я думал, что такое нужно? Я жду, когда у нас кораблики еще построятся. Да-да-да-да-да. А что тогда у нас еще построилось? А, на поверхности, логично. Это поселение продолжает расти, оно начнет производство, когда будет полностью сформировано. А, такой значочек. А тут такой значочек. Система эффект. Тут сбоку значочек. Так, подождите. Ага, системный эффект. Добыча минералов плюс один. А из-за чего это самое сделано так? А, я хотел чуть поменьше, может, громкость игры сделать. Подождите. Это ощущение. Ну, может, от переустановки Windows стало... Так вот. От переустановки Windows. А, вот, да, да. Вот так вот, Матья, чтобы тебя вообще слышно не было. Вот так вот, наверное, сделаем, ребята. Так. Что я хотел посмотреть-то? Что я хотел посмотреть? А, вот эти вот усиления, да? От чего? От администрации. Угу. Плюс один. А, администрация тут больше плюсов дает. Прикольно. Так, а здесь у нас... ладно. Столько много микроменеджмента. Я не знаю, как это... Если столько планет будет, я с одной планеты такой думаю, о, что там построили? То что будет, когда много будет планет? Surface tiles on habitable planets are sometimes blocked, preventing their use. А, это он мне подсказывает. Непригодные квадраты, минералы, энергия. Но пространство того стоит. Для расчистки большинства квадратов необходимы особые технологии. Но с тем, что у нас... Но с теми, что есть у нас, дома мы... Справимся, как только накопим средства. Понятно. Как тебе закрыть-то сейчас? Ай! Да подождите, что так много всякого происходит? Лидер... Светланочка, ты у нас что? Ты у нас получила новый уровень? Молодец! А что это такое? Что это такое? Вносливый... А ты у нас вообще где? А, ты у нас на на ученом кораблике. Выносливый получилось. Продолжительность жизни лидера плюс 25. Слушай, ты у нас жить будешь долго. Так. Очередь строительства завершила. А что там? Что опять у нас там построилось? Построить. У нас кораблики. Вот у меня с интонацией. Кораблики построились. Это замечательно. А можно их... Каких они? Вот они. Вот они, замечательные наши кораблики. Ей. Корабли. Так. А здесь тоже... А, нам бы вот того лидера, который я назначил
в оборону, его бы убрать и поставить сюда на атаку. А у нас у вторых корабликов есть... как вам сказать? Так, да. Подожди ты. Мужик, как ты достал меня? Где у нас, где у нас? Вот здесь, да. А здесь у нас нету. А можно это соединить с... с вот этим. Так. Соединиться, атаковать. Зачем атаковать нам надо? Создать новую фракцию. Флотилию. Хм. Как бы вас соединить-то? Вернуться. Объединить. Вот. Ну, да, так у нас две флотилии. Подожди. Подождите. Как они быстро полетели. Сюда. Вы можете сюда вот объединиться к этим? Давайте, давайте, летите. Ну, где вы? Вот они. Я хочу посмотреть, как это объединить-то. Наверное, вот это будет активно, да? Буф. А, вот так надо объединить. Объединяем. Вау, объединились. 139. Ей. А теперь у нас... а кто у нас командует теперь флотилией? Вот это вот. Вот. Шупан. Осторожный. Бездействует. Чего ты бездействуешь? Ай, подождите. Маневренность. А, маневренность у нее. Угу. Ладно, понял. Адмиралы, генералы, ученые. Понятно. Хорошо. Теперь, так, где у нас, где у нас, где у нас? Света, Света. Ты еще не все изучила, да, я так понял? Ага, здесь у нас минералы, 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 энергия. Здесь больше минералов. Да подожди, что... Мы обнаружили аномалию. Исследуя миры, наши ученые корабли будут время от времени находить различные странности. Ученые могут заняться их изучением. Убедитесь, что у них хорошо развиты навыки. Да у нас нормально, Светлана, ты смотри, у нее две звездочки. Если исследование обернется провалом, есть небольшой риск потерять... Свет, нет, не надо, не надо, подожди, корабли. Потерять у ученого корабли, или если нам круто, не повезет. И ученых, и корабли потерять. Блин. Аномалия. Так, Свет нашла аномалию. Свет, ты где ее нашла вообще? На Юпитере ты нашла аномалию? Да. На Юпитере. А вот что это такое за значок? Уровень 1. А. Уровень аномалии. Понятно. Покидая родной дом. Угу. Во время обзорных исследований нашей родной системы мы обнаружили на планете Каллисто. О, это спутник Юпитера. Каллисто. Нечто, что не совпало с данными, полученными при предыдущем сканировании, выполненном из нашего родного мира. Хм. Оставить как есть, заменить ученого, исследовать. Риск неудачи. О, Светлана, да. А я боялся, что... Я тебя боялся тебя потерять. Света из музыки. Света, Света. Так, риск. Да, конечно, Свет, давай исследуем. Я только что-то вот здесь вот хотел посмотреть. Во время... А, это то же самое. Все, понял. Давай. Исследуй. А где она вообще вот сама? А, она вот здесь где-то, в Каллисто. Как ты будешь исследовать? А ты как будешь исследовать? Ты
ты типа стоишь и следуешь? Или что? А, вот, да. Ну-ка, мне интересно, что за аномалия. Давай, давай. Так, ну ладно. Ты пока исследуй. А я хочу... Где наши кораблики? Может быть, куда-нибудь отправиться повоевать? Куда мы можем отправиться повоевать? Так, сейчас я хочу посмотреть, куда можно отправиться повоевать. Я забыл, как нажать на... А, вот. На карту. Так, вот. Мы сюда можем... Мы сюда можем... Низкий уровень разведки. Туда бы, конечно, ученого. А я как-то сразу, слушайте, воевать. Нет, ладно. Мы сейчас дождемся, пока... Вот что. Я еще хочу второй этот самый. А можно построить? Вот, все. Я понял, что я хочу. Я хочу построить второй исследовательский кораблик. Еще бы мне вспомнить, как построить второй исследовательский... А вот, космопорт, все. Научный кораблик. 100 этих самых, ну вы поняли, минералов. Ну вот надо исследовать. Давайте построим второй кораблик. Что у нас с поверхностью? С поверхностью у нас... Так, вот хорошо. А расчищаем. Это что стоит? Чего стоит? Сколько расчистить? Очистить? У нас нет средств? У нас только что средств нет. Ладно. Скажу, ты что захотел? И корабль построить, и еще расчистить? Ладно, Свет, будем ждать, что ты там нароешь. А где процесс, как бы... А, вот он процесс. Все понятно. Все ясно. Все же написано. Все же на... Чего это? А, аномалия. Да я ж уже посмотрел. А, можно так смотреть. Давай, Светюнь. Свет, давай. Ты сможешь, но... На пороге тайны. Аномалия на планете Калипсо оказалась пригодным геометрическим образованием. Вау! Оно похоже на... Хотел прочитать отделку. Отметку, указывающую путь вперед. Вселенная порой невероятно изумляет. Так вот все пафосно написано. А что это? Мы должны продолжать изучение таких аномалий везде, просто везде мы должны это все. Где это возможно? Они непременно откроют нам новые знания. И что? Геометрическое образование. Что она мне дало-то? Потрясающе, Света! Ты открыла геометрические образования. Я только не понимаю, нафига они нам? Что это дает? А что действительно дает? Где это посмотреть? Я не понял. Технологии, может? Где посмотреть геометрические технологии? Геометрические образования, где мы их нашли? Чё-то я не вижу, ребят. Скажите, чё, может прямо вот здесь геометрические образования?
Не понял я. Подождите. Планировщик. Сейчас. Так, контакт, консорциум. Ну вот журнал, допустим, да? Изучите родную планету. Я изучаю наблюдение за космической амебой. Завершится через 90... А, они все наблюдают. Одна система изучена. А, тут какая-то ачивка будет. Нам что-то за это дадут. Победа. Ладно, в общем, изучила она образование и изучила. Ладно. Давай дальше исследуем. Мы просто этого ждем очень. Может быть, побыстрее можно сделать? Ну, давайте побыстрее. Вау, давай быстрее. Быстрее изучай, давай. Давай, быстрее. Так, а можно там сразу уменьшить? Нет? Построили. Я бы еще вспомнил, что строят-то. А что построили-то? Кораблик, все. Кораблик построили научный. А у нас там никого нет. Мы сейчас это исправим. Так, Светлана у нас там. Ученая Валентина. Валентина у нас, она у нас где? В общем, у нас осталось вот это вот. Подождите. А можно еще одного нанять ученого? У нас вроде как-то... Такое ощущение, что у нас все заняты. Подождите, это у нас на ученом, на научном кораблике. Это у нас, по-моему, на планете. Да? Куда я всех ученых расфиговал? Это у нас ученые там. А нет, они просто у нас изучают то, что я им сказал. А могу я вот на кораблик назначить нового какого-то? Нанять на кораблик еще. А, видимо, могу, да? Ха, надо 50 вот влияния. А, у меня есть 50 влияния. Хотя я хотел же что-то там, какой-то указ издать. Ладно, указ подождет. Подождет указ. Так, всего 3 ученого каких-то новых, да? Имоген Блэр. Слушай, какое-то у тебя имя странное. 36 лет. Талант. Новые миры. Темп исследований. Новые миры. О, плюс 10. Биология. Не, биология, но... Вот у нас... А можно тебя переименовать потом? Не, ну, наверное, можно, конечно. Я даже не знаю, как тебя переименовать. Вот, ты у нас будешь на... Так, ты, я просто ее нанял, да? Яна. Вот она. Подождите. А вот, все. Я ее на кораблик нанял. У нее как раз новые миры плюс 10. Вот. Я тебя хочу переименовать. Слушай, как тебя переименовать? Перейти. Ладно. Не буду пока этим заморачиваться. Так, слушай, первое твое задание. Первое твое задание. Лети в это. То изучить систему. О! То есть я сразу могу нажать, она туда. Ну, давайте посмотрим, мне интересно. Что... Well done. The survey of our home system has been completed. We now have access to planetary data that astronomers on our home world could only dream of a mere generation ago. Система Вальхалла полностью изучена. Так, хорошо, так, затем. Нет. Ой. А там что, было минус? А замедление было, что ли? Так, система Вальхалла полностью изучена. Где у нас Света? Света, ты тоже куда-нибудь... Ты тоже куда... Да подождите, где у нас? Вот он.
Так, подождите, это тот научный кораблик. А я хотел этот научный кораблик. Где он? Где он? Вот это? Фух. Света, я типа терял даже куда-то. Так, во-первых, а куда мы можем исследовать? Что-то мы как-то... А да... А как бы сделать так, чтобы куда-нибудь подальше прыгнуть? Мы сюда не можем прыгнуть, да? Ну, придется как-то сюда прыгать. А вот здесь вот... А как нам вот увеличить радиус? Чтобы нам вот до сюда допрыгнуть, к примеру. Или я могу? Подождите. Ну, допустим, будем расширяться мы... Вот как-то вот так вот, да? Не, ну вот это ближе, да, допустим. Сюда... А, я могу сюда, да, прыгнуть. Света, давай ты как-то изучить систему. О, мне может прыгнуть, может. Все, вот так вот рядышком тут будет. Можно было, конечно, подальше прыгнуть. Подальше. Ну, ладно. В общем, один у нас кораблик туда, один кораблик сюда. Все хорошо. Теперь у нас надо строительный. Строительный кораблик. Мы теперь сейчас, знаете что, выбираем, что же нам строить. Ха. Я думаю, минералы нам нужны. Потому что мы активно что-то строим, что-то делаем. Конечно, энергию тоже бы неплохо. Но вот я думаю, все-таки вот здесь вот, где вот он стоит, 4 минерала... Вот здесь мы и построим, да. Давай. Кораблик, что-нибудь построй. Построить добывающую... Построить добывающую станцию, построить терраформу, наблюдение. Угу, копим, копим деньги. Не деньги, а эти. Ладно. Мне хочется посмотреть, где наши кораблики. О. Имоген. Ну, у тебя имя Имоген. Как бы ее переименовать? Ну, ладно. Let us boldly go where no synthetic intelligence has gone before. Да я понял, понял. А вот здесь вот, если у нас Света прилетает... О! У нас Света прилетела. Так. Вот у нас тут интересненько. Безжизненный мир. Безжизненный мир. Тут чего? Две планетки всего? Ну ладно. Всего две планетки. А могу сразу переместиться сюда? Ага, прикольно, могу. Так. Аномальные условия. Чего аномальные условия? А здесь сколько планеток? А это можно подвинуть? О, можно подвинуть. Круто, ребята. Можно двигать окошки. Так. Так, так, так. А здесь вот у нас... А, это же Альфа Центавра, ё-моё. Это на самом деле около нашей Солнечной системы одна из ближайших солнечных систем, это Альфа Центавра. Ну, в жизни имею в виду, да? Так, ну что ж, давайте на этом закончим, а в следующей серии мы посмотрим, что же нам даст изучение двух новых систем, что же там интересного. Куда нас это все приведет. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока.